Самое главное, для чего это нужно было, чтобы это делать? Чтобы люди знали эту обратную связь, чтобы знали, что творится действительно на. Давайте вот я туда еще один вопрос дам, а потом вернусь. Пожалуйста. Четко и коротко. Вадим Николаевич, спасибо. Вопрос по уставу. Ну давайте самый последний вопрос. По уставу вопрос. Представляйте, пожалуйста. В Сургуте нет устава. Я учусь в 10 классе, в гимназии. Не мешайте, пожалуйста. Вадим Николаевич, будьте добры, подпишите устав города Сургут. Вот Жердев предоставил мне якобы заверенную копию. Отказались. Стоит ваша ксерокопия. Ксерокопия вашей подписи. Будьте добры, распишите сами. Вадим Николаевич не захотел свой собственный документ, на основе которого он работает, подписать это собственноручно. Еще одно подтверждение, что в городе Сургут нет устава, заверенного надлежащим образом в Минюсте. Вадим Николаевич, а это ксерокопия. Можно сфотографироваться, люди попросили. А вы ко мне рукоприкладство применяете? Я прошу. Вы меня ограничиваете в свободу передвижения. Представьтесь, пожалуйста. Я ограничиваю. Я журналист. СМИ. Антон Николаевич. Камчатский регион. Я здесь. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. У вас препятствия незаконной деятельности журналиста. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Тогда не мешайте. Журналистской деятельности. Мне тоже не мешает. А что вы меня толкаете? Я тут стою. Антон Николаевич, дайте сфотографируйте, вы мешаете. Я не мешаю? Кто сказал, что я мешаю? Ну вы лезете в кадр. В смысле, в какой кадр? Слушай, сними с стороны, как меня ограждает. Это вообще жесть. Самое главное, для чего это нужно было, чтобы это делать? Чтобы люди знали эту обратную связь. Чтобы знали, что творится действительно на. А если я начну передвигаться, что произойдет? Смотрите, начинаю передвигаться по залу. Бегство с поля боя. Привет. Шувалов не захотел расписаться на уставе. Я не знаю, на каком он основании работает. Да, вот якобы им же заверенная копия. Ничего не сказал. Там начали ко мне физическую силу применять, отстранять меня от него. Представляешь, что делать? А? Я его спрашиваю, это ваша роспись? Он взял, ушел, убежал. Тебя уже боится? Да меня все боятся. Не меня, а правды боятся. Я-то тут при чем? Правда, она для всех одна. Самое главное, для чего это нужно было, чтобы это делать? Чтобы люди знали эту обратную связь, чтобы знали, что творится действительно на.